осторожно. Дверы зашумели. Молодой человек. Наш путь не крутит. Молодой человек. Сады нет. Молодой человек. Толкать меня не надо, толкать меня не надо. Камера пишет. Молодой человек, перестаньте, толкать перестаньте. Не надо. Закройте дверь. Перестаньте. Человек, милиция. Закройте дверь. Где? Позвать здесь, ладно. Это уже статья, понимаете? Это будет статья. Я вас фотографирую. Суда вызываем. Ой, я извиняюсь. Стойте, молодой человек. Как вызвать милицию? Вещи не дают возможности вызвать милицию. Сейчас я вызову. Вызывай. Конечно. Отличные преподаватели, профессионалы, есть возможность проживания в общежитии и работы в высокой стоимости.
такие дела. Вот такие у нас контролёры в городе. Ой, как тут выйти? Сложненько немножко, конечно. Не помню уже, Баранович. Ну, молчаливый бунт. Ничего не поделаешь. Такие дела. Порвали мы немножко рюкзачок. Ну, ничего страшного. Ну что? Надеюсь, я оторвался от погони, от преследования. Немножко, конечно, мне порвали рюкзачок. Ну, как же без этого? Да и в целом, дверь-то была закрыта. И когда у тебя телефон в руках, сложно? Сложно открывать дверь. Двумя руками без проблем, вообще никаких нету. Просто берешь ее, и она открывается достаточно легко. Так, а вот другими способами реально сложно. Вот, еще я же очень заметный. Они меня пофоткали, поснимали на видео. Я даже в красном килте, как тряпка для быка. Надеюсь, они не очень умные и не догадаются, куда я пошел. Они, может быть, думают, что я пошел на следующую остановку. Ой, они же не знают ничего. Надеюсь, все красиво заснялось. Хотя там была пауза. А так, по сути, неплохо. Ну, немножко прогуляюсь. Вот. Ну, я лично считаю, что не имеет права мне препятствовать выходу из автобуса, неважно, кто-то контролер или еще кто-то. Ну, мне препятствовали. И они считают, что это сопротивление сотрудникам. Ну, я полностью, конечно, не согласен. Потому что препятствовать моему выходу, насколько я знаком с юридической стороной вопроса, никто не имеет права. Они это делали. Вот. Не знаю, было ли запечатлено камеру, но сейчас, может быть, меня будут патрулировать, искать, и остановится тачка, и я не уеду туда, куда собирался. Ну, я же думаю, что я очень успешный. Очень надеюсь на то, что я очень успешный. И иду всякими двориками, хоть и по прямой все просвечивается. Сзади вроде бы никого. Но неизвестно, конечно. Заставили немножко попотеть. Я даже чуть пробежался. Не знаю, насколько это помогло. И можно было не делать. Но на всякий случай стоило. Так, надо попить. Отдохнуть. Чуток. Или не стоит отдыхать. Может быть, стоит двигаться. Сзади какая-то машина. Надеюсь, это не за мной. В общем, будем надеяться. Сотрудники милиции, наверное. Немножко пробежимся.
чувствую себя как в GTA. Заработал 5 звездочек. Теперь везде всякие тачки неизвестные внешне. И нужно скрыться от погони, если она, конечно, есть. Если наши милиционеры не слишком ленивы. Это мы узнаем очень-очень скоро. Немножко спрятался за забором, немножко зашел на чужую территорию, отсиделся там. Конечно, можно переодеть шорты, и тогда меня, конечно, вообще никто не узнает. Но это слишком просто. Вот. Поэтому хочется именно избежать правосудия именно таким образом, чтобы не переодеваться. А так мы во что играем? Казаки-разбойники. Где казаки — это полиция или милиция, а я разбойник, потому что не заплатил за проезд. Ой-ой-ой, тяжелый я человек, плохой. Ну, вроде сзади нет никого, кто мне показалось. Так что пока все достаточно неплохо, если можно так называть мою ситуацию. Привлечение внимания людей со всех сторон. Так что если мне им нужно опознать или сказать, в какую сторону я пошел, они точно меня опознают. Те, кто был внимательный вообще в деталях, меня опишут. Ну, не думаю, что я такой уже грозный разбойник, чтобы они продолжали меня преследовать. Потому что я отошел от места, где совершил преступление, где-то около 2 километров, по моим подсчетам. Может, чуть меньше. Может, пойти сесть еще на автобус, потому что я не доехал. Но это уже другая история. Спасибо всем, кто следил за мной. Увидимся. Кстати, вот поехала милиция. Надеюсь, это не они. Поехала мимо. Пойдем, значит, в обратную сторону. Вот, приключение продолжается. Как дела? Здесь не тянет. О-ля-ля. Извините, вы не подскажете, здесь прохода нету? А? Здесь прохода нету? Не, наверное, нету. Ясно, спасибо. Ну вот, зашел я в тупик. Теперь на 92. Вернемся назад. Аккуратненько. Ну, мусора. Мусоров я уже видел. Проехали очень близко. Не заметить меня было, мне кажется, невозможно. Приключения? И там мусора приехали, что ли? Не понимаю.
Может окружает, а может паранойя. Сзади такси. Такси. Хорошо. Так, что там у нас за точка? Такси, такси. Давай. Ох, непонятно. Приключенческий фильм. Лев Толстой в бегах. И там не знает, преследует его или не преследует. Ну, как знать, как знать. Сзади тачка нормальная, да? Блин, тут некуда скрыться. Стена высокая. Чуваки пялящиеся. Все похожи на копов. Ладно. Пока не буду ничего снимать. Кажется, либо меня заметили сторонние охранники, либо они просто пялись на килт. Блин, до города чуть-чуть осталось. Точнее, до выезда из города. Совсем чуть-чуть. Не знаю, получится или не получится. Если что, автобусный парк номер 4. Точно нельзя было здесь проходить. Совсем я забыл. Затупил. Идиот. Совсем затупил. Опа. Ну, вот так вот сделаем. Еще более не предсказуем. Пойдем. Пойдем. Сейчас не побежу. Значит, меня посекривает. Ладно, сейчас переоденем килт. Не так уж далеко. Не ожидали, наверное.
Велополиция. Надеюсь, велополицию у них нету. Я просто счастлив. Ладно. Ой. Шортах, не знаю, осталось тут чуть-чуть, но куча подозрительных личностей и собак. Или нравится. Скорее нравится. Я ведь еще не пойман. Не пойман, не вор. Вон та злополучная дорога. А мы ее сейчас обойдем. Постараемся. Надеюсь, вам будет интересно на все эти приключения смотреть. Хотя я же не ради вас это делаю. Так что все равно. Вон там голубая такая рубашечка. Главное таксистов не подключать. Главное таксистов не подключать, и все получится. Вон сзади какой-то стоянная машина. Вот на этот дом я когда-то залазил без страховки. Фух. Чуть-чуть. Никакого цепления. Это ж тебе не ГТА. Что ты так паришься? Вот она церковь, а за церковью туда уже выход. И уже все. Там уже никаких милиционеров не должно быть. Но все равно пока не уехал, не отъехал, да, все еще не считается. Интересно, сколько минут я уже наснимал в общей сложности. Разведка, обстановка. Ни одной милицейской. Там автобус есть. Может быть автобусник какой-нибудь меня заметит. И пошел нафиг. Так что пойдем через церковь. Тем более. Конечно. Через церковь. Там чувак, правда, пузатый на автобусника похож. Ну, Бога нет. Ну хорошо, дороги есть. Да, есть вероятность, что те чуваки тоже из автобусного парка
зайти в церковь, может меня там не дернут. Может, они сейчас на обычной точке подъедут. Хрен его знает. Ну. Очень опасный маршрут я, конечно, выбрал. Очень-очень. Чрезвычайно просто. Опасный маршрут. Чрезвычайно во всем. Вообще, по всем пунктам. Чуваки на меня смотрят, очень похожи на водителей автобуса. Надеюсь, это не на своей точке. Ну, кто знает. Разве туннели, что его будет еще спрятать? Ну, уже как есть. Уже как есть. Они точно уверены, что это я. Потому что я бородатый был. А для них борода это Вова. Фиг его знает, конечно. У меня есть что-то теперь всякое в голове. Везде всюду всякие чуваки. Кошмар, конечно. Выбраться. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Давай. Выбирайся, не ходи по открытой местности. Как тебя учили. Вон там какое-то ауди остановилось. Надеюсь, не за мной. Похоже. Еще какие-то тачки. Ну, короче, полный капец. О, то, что надо. Конечно. Это просто какой-то пипец. Ладно. Надеюсь, что тачка сзади меня. Никакого не директора. А, уже нет тачки. Ну ладно. Осталось чуть-чуть. Как тут пройти? Ну, еще немного. Наверное. Ну что ж, попробуем пройтись.
конечно, их школа. А скрытая местность двигается, но все-таки. Оп. Оп. Ну что, красная точка не за мной. Красная точка вжик и уехала. Вот сука. Что бы это значило? Неизвестно. Ну что, я уже не знаю, какой раз я пытаюсь выйти на стоп. Может, мне просто мерещатся все эти машины. А может, им все-таки действительно скучно. И они решили меня попреследовать. Ну, сейчас узнаем. Так, вот красная, это машинка. Здесь это не он. Пустая или нет? А, это пустая. Вот, автобус еще проехал. Здесь он не заметил меня. А может и заметил. Уже почти все равно. Я уже в принципе за городом. Почти что. Конечно, тачек много всяких. Очень всяких. Непонятно, что со мной будет. Голову с плеч. Казнить нельзя помиловать. Ну что, я устал сильно, это точно. Это факт. Рюкзак тяжелый. Да и Вегас какой. Называй меня маргинал, диссидент, преступник. Потому что это именно я. Ну, не знаю, наверное, все. На этом нет смысла. Так, ребята, к лопаты. Надеюсь, это не за мной. Что за мной с лопатами? Это я здесь. Ну вот автобус там едет. Это факт. Ну, гамаки продают. Ну, короче, еще чуть-чуть и выход. Выход на трассу, и дождик начинается. Тихонько говорю, может быть. Мне кажется, из-за того, что наушник здесь, чувак, отвлек от него. Блин, там тачки красные. Здесь опять фигня все. Все. Вот он выход. Что? Вот я вот раз, не знаю, сейчас получится уехать, или я уеду, или нет. Жук классно стоит. Ну что ж, попробуем. Сейчас самое сложное. Самая сложная часть – это уехать в Ляховичи. Потому что если я в Ляховичи не уеду, будет жопа.
классная тачка. Ух, вот это приключение. Вот это приключение. Не знаю, насколько я наснимал, но это дичь. Это дичь. Это просто дичь. Это дичь. Главный успех. Неважно, как я к нему пришел, да? Главный успех или нет. Ой. Сейчас бы в холодную ванну или холодный душ. Дима Ляхович. Так. Ну, пока милиции не видно на горизонте. Мотоциклов-то нету, хотя, может быть, и есть. Кепку одеть, только автостоп получится точно. Ой, потом поделюсь впечатлениями, наверное. Или я уже поделился. Не знаю. Не уверен. Ой, деревья посрубали. Уже попроще, но... Приключения еще не закончены. Пока не сяду в машину, надеюсь, не преступников. Ой, преступников. Надеюсь, не в лапы органов, а добрых людей, которые просто хотят помочь путешественникам, скитальцу. А так вообще не знаю, что вам придумать. Сейчас главное уехать, поэтому особо головой думать не хочется. Вот. Может быть, вам и не интересно, а может быть, кто-то вместо сериала, вместо реалити-шоу посмотрит. Жарко, тут раньше деревьев было. Сейчас посорубали. Нет тенька почти. Кепку одеть. Жара, конечно, сегодня. Ой-ой-ой. Смотрите, как у меня сразу голос поменялся. Уже пускай, если хотят меня брать, в тюрьму садить, в наручники заковывать, то пускай сейчас это делают. Мне не страшно. Да-да, не боюсь я. Этого я тоже не боялся. Да, конечно, выглядел испуганным. Ну, что поделать. Я был не испуганным, я был сосредоточенным. Ну, хотя можете считать, что был напуган. Ну, тут буквально, блин, 15 километров до Ляхович. Давайте, коронавирусы. Вас пугают коронавирусы, наверное. Вирусы у вас в голове. Фух, жарковато. Ну, машина с кондиционером. Исправить ситуацию. Я, конечно, немножко загрязнил ножки. Но не так уж и сильно.
Так, никаких милицейских машин не видно, поэтому думаю, что все обойдется. А то будет весело, подъезжают такие милиционеры, говорят, ну что, добегался, садись, дружок. Вот, может быть и такое. Нормально, нормально, все хорошо будет. Только что рюкзачок тяжеленький. Ну, конечно, решил сэкономить. Еды какой-то взял, вещей. Вся майка вся мокрая, конечно. Ой, надеюсь, там нарежу я вам. Так, это что, не милиционер? Таксист, может быть, какой-то. Нет, вроде не милиционер. Ну, что ж ты, голубчик. Ну, главное, я стою в теньке хорошо. Тут 70 километров ограничение по скорости. А если ограничение по скорости 70, значит, есть больше шансов уехать. Бесплатно. Давай. О, там поехал Гродно-Слуцк. Хорошая маршрутка. Мне в такую с кондиционером. Прям до Слуцка. У-ху! В общем, что я хочу сказать? Непонятно, что там было, что мне будет. Вернусь из города. Я думаю, что самое главное, они не ожидали, что я уеду из города. Хотя, если бы я там жил где-то в частных или назад пошел бы, то я мог бы скрыться. Город я знаю. Единственное, что, видите, затупил. Давно не был. Там же автопарк. Я прохожу мимо, и чуваки отвечают. Говорят, о, этот же пошел. Я же еще в Килте тогда был. Говорят, о, этот пошел. Надо вызвать, надо позвонить. И это меня стоймануло. Я думаю, они стопудово. Им же скучно. Я думаю, они стопудово решили вызвать. И катались там, может, даже сами в тех же машинах. Потому что странное было поведение некоторых машин и смотрящих на меня. Хотя с того, как я ушел из автопарка, я сразу шорты одел. Ну, знаете, все-таки борода, туннели. Туннели еще, может, не светится, борода сдалека. Серая майка и голые ноги. Это, конечно, привлекает внимание. Поэтому мне удалось либо потому, что я очень крутой разведчик. Но пока мне еще не удалось, пока я не уехал. Либо просто они лохи, и они очень плохо... Они очень плохо, типа, работают, не умеют работать совсем. Или они просто ленивые, им насрать на этого, как это говорится, насрать на какого-то чувака, который без билета поехал. Но все еще остается их небольшой шанс того, что они по какой-то случайности поедут в эту сторону. Не, пытается кто-то укусить постоянно, да? Ага, ну ладно, будем топтаться. Вот что они поедут в эту сторону и могут меня взять за жопу. Ой-ой-ой, как низко. Нельзя такие слова произносить в русском языке. Это низко и непрактично. Нельзя говорить «возьму тебя за жопу». Треба казать по-белоруску «взять за сраку». И они меня могут взять за сраку. И... Значит, по-белоруску так можно казать, а по-русску казать взять за сраку, это вельми. Ну, сами ведаете, что белорусы, яны ж не гэтые, не культурные люди, тому им можно скардиться всялякими словами, а русские, яны же хлопцы добрые, джентльмены. Тому вот так. Фух. Добро. Покуль постою. А вы там. А может быть зараз. О! Телеласка. Не? Ну добро. Не так не. Ой. Девчонка, поехала девчонка, зусим пустая, але меня не взяла. А, мабуть, боится, хотя чего бояться, тут 15 километров и
И у на вот люди всюду шмат вельми автомобилей. Машин шмат. Вось, треба попрактиковаться в белорусской мове. Добро, покуль не буду сдымать. Путешествую автостопом обычно. И вот сейчас еду в гости и немного делать дреды, то есть работать. Я делаю дреды, это моя одна из профессий. Вот. И еду я самым непопулярным маршрутом, но я еду через Слуцк. То есть Ляховище, чуть-чуть пройтись на Слуцкую трассу. И потом да. Уже через Бобруйск, через Светлогорск. Может быть, через Солигорск, но я еще пока не уверен. Такое серьезное путешествие. Почему? Не знаю, жарко там. А, так это же не проблема. Чего? Но главное, что у меня получилось выехать из Барановича, и все получилось. Мы едем и видим гаишников. Надеюсь, это не за мной. Но есть вероятность, что они проверяют все машины и прям проверяют. Типа, вот так вот. И не знаю, что будет, чем закончится. Поэтому... Вот. Ну, вроде бы ничего нам не сделали, не остановили. Ну, он так смотрел на меня. Прямо в душу мне. В душу. Только погоди не устраивает. Отлично. Все. Этот пост мы прошли. Ляховичек, надеюсь, меня не задержит. Так, я не заплатил проезд. И